Сегодня мы завершили очень важный этап, очень капиталоемкий, трудоемкий, заливка подушки фундамента собора. Мы на сегодняшний день залили 430 кубометров бетона, было использовано 70 тонн арматуры, поэтому для нас это очень важный, сложный первый этап работ. Мы завершили. Теперь мы будем завозить блоки фундаментные и укладывать блоки. И к середине июня планируем, или к концу июня планируем выйти уже на уровень земли и в июле залить плиту перекрытия. Потратили много времени, средств для того, чтобы законсервировать те находки археологические, которые были сделаны в процессе раскопок. Это остатки древнего собора, это южное кольцо собора, остатки древней ранней колокольни. Консервацию мы проводили под наблюдением Института археологии и по технологии, которую они нам представили. Мы все находки археологические сначала обмазали разведенной известью, известковым молоком, потом закрыли рубероидом, сколотили ящики деревянные, засыпали это все песком. И в таком виде это не будет подвержено, во-первых, атмосферному воздействию, а во-вторых, защищено от механических повреждений, с тем, чтобы сохранить эти находки археологические до завершения строительства собора.